Всем хай, самидесай, и я знаю, что вы любите приколы про ментов. Так вот, сегодня я буду приставать к ментам на Аризона GTA 5 RP. Заранее скажу, что контент получился слегка смешанный, ибо я не мог в полную силу докапываться до ментов, ибо если бы я такое делал, то меня просто садили каждые 5 минут. В общем, ставь лайк, подписывайся и всем приятного просмотра. Блять, чел, ну довези меня, ну пожалуйста, в ментовку. Да мне надо к ментам приставать. Да ты заебал, да почему нет? Ты, сука, ну довези, а. Ты таксист, это твоя обязанность вести клиентов куда надо. Давай, вези, вези, ты уже дернулся. Давай, все, обратного пути нет, едь. Пиздец ты, блять, травяной гусь, сука. И волосы у тебя говно, и песня у тебя говно, и такси у тебя говно. Пошел ты нахер, не будет у тебя клиентов никогда в жизни. Я тебе проклятие наложил, ты сука какая. Бля, я походу не вовремя пришел, у них тут какое-то построение. Здрасте, сэр, можете меня довести, пожалуйста? Не такси, мы. Молодой человек, пожалуйста. Ну, давайте я на крышу залезу как. Ну, можете довести? У нас спецоперация сейчас. Почему вы черный? Ну, просто интересно, почему все белые ходят, а вы вот черный? Загорел я. Загорел? Я тоже загорал, я что-то белый. Я из Африки. А, хотите водички попить? Как вас зовут? А, меня зовут Сергей. Гей? Вы? Что? Кого? Того? Зачем? Для того, чтобы это, чтобы было, ну, это самое, ну. Ну понятно, ладно, сэр. Я вижу, что вы хороший шутник, пожалуйста, пройдите, чтобы в дальнейшем у нас отношения не испортились. Ну, у нас отношения хорошие, можем это, вместе отойти. Пока что хорошие, да, но если вы будете находиться тут и вести себя тут так шутить, то они испортятся. В каком плане? В плане, что мы можем вас забрать в КПЗ. Я тебя жду, сладкий. В КПЗ. Так, смотрите, по 12,8, у него два бронежилета. Два броника, я их в больнице нашел. Слушайте, а у вас есть вторая половинка, там, девушка, парень, может быть? А, я вижу, сзади у вас есть уже. Вы имеете право на молчание, если вы скажете... Да я буду говорить, сколько могу, суд на меня не влияет. Если вы не можете оплатить услугу адвоката, он будет представлен вам государством. Вы понимаете все правила? Не-а, зачитайте, пожалуйста, еще раз, я реально ничего не понял. Медленно, спокойно зачитать, чтоб как отец сыну говорил. Ну там еще мать сзади сидит, но это не важно. Но я реально не понимаю, что я сделал. Там просто пранк был, я челика это. Я разговаривал с женщиной. Они как-то меня услышали, наверное. Я шепотом разговаривал. И он типа подумал, что я его оскорбляю. А я на самом деле разговаривал с женщиной. Однажды в детстве меня вот такие же люди, как вы, ну, так сказать, тронули. Ну, как бы изнасиловали, но это не важно. И я вот с тех пор боюсь вас. Слушайте, это не вы были? Вот смотрите, вот у вас тут дверь заела, вот что с ней делать? Она так и должна быть. Так, а если кто-то вот так зайдет, а надо, чтобы ее закрыли, и закрыто было? Никому она не мешает. Да давайте я вам починю дверь, она закрываться будет. Смотри, здесь открывается, а тут нет. Смотри, тогда нужно, чтобы двери вот так держались, вот так, чтобы открыты были. Вот это вот так, и это так же. Все, выйдите отсюда. Видишь, я же говорю, заходить нельзя, она соблазняет, чтобы кто-нибудь зашел. Офицер. Петух. Что? Смотри, отозвался на петуха. Смотри, видишь? Блять, ну не так сильно смотреть. Ну ты смотри, вот, вот, посмотри, белая стена. Покиньте это помещение. Лучик, мы этим займемся. Мы уже передали это специальную службу, которая нам починит дверь. Так давайте я починю, я тоже со спецслужбой, реально. Покиньте департамент немедленно. Да почему покинуть-то я пришел только к вам? У меня жалоба есть. Пойдемте покажу. Я просто весь отдел вызвал за собой. Вот, смотрите, вот этот гражданин себя ведет неадекватно. Вот он. Мне кажется, вы сегодня ведете неподобающе. Может, он врача? Совершенно. Человек. Давайте мы его вызовем врача. Так, ну, у меня два бронежилета, я пойду, пожалуй. Мне в больницу надо, вы говорили. Советую остановиться, вообще. Ну, советую остановиться. Да мне в больницу надо, вы же сказали. Блять, зачем? Я стою. Да мне сказали в больницу идти, вот я пошел. Снял ручки, наверное, человека. Сейчас я сниму с вас наручники, выложите на... Нет, 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 пошел нахуй! Пошел ты нахуй, я бегу как могу, блядь, ебаный ты долбоеб, блядь, дверь закрыта, да иди ты нахуй, блядь, блядь! Привет, я тебя нашел. А ты куда бегаешь? Там гражданин один буйный стреляет. Так ты в него стреляй в ответ. Он бежит, давай, целься в него, целься, он сейчас убегать будет. Пошел отсюда. Снимай его на камеру, как раз ты выложишь на каком-нибудь видеохосте. Это наш песик, значит, как его зовут? Это наш песик Майкл. Он любит... Что он любит? Он любит сосать. Я люблю убегать. Он любит сосать и убегать. Сэр, по поводу заявления, в общем, поговорить нужно. К нему. Кому? Ко мне? Я генерал новый, пойдем в кабинет ко мне. Ты уволен, слышь, ты уволен. Я новый тут шериф. Баллотируем тебя в собачью академию. Ты собака академии. Пойдем, в общем, разговор есть важный. Покиньте, пожалуйста, это заведение. Я шериф, ты охуел?
охуел, что ли? Ты пошел нахуй отсюда, блядь, с кем ты разговариваешь? Я шериф. Не, не смей. Поднимите руки, чтобы я их видел. Поднимите руки за голову. Пошел нахуй отсюда. Ты меня не достанешь. На колени и руки за голову. Как я на колени встану, если я здесь на ящике? Кевин, стреляй в него быстрее. Блядь, за мной тут погоня целая. Вы чё? Ты чё делаешь? Ты какого хрена на мою территорию полез? Я тут живу. Ты охуел, что ли? Не трогайте шерифа! Кевин, вы мне ничего не хотите объяснить насчет этой ситуации? Да какая ситуация? Я вообще травку хотел покурить здесь. Вот пошел в лес, вы меня арестовываете. Сэр, в кому? Вас... Документы у меня в трусах. Оставайтесь тут. Да как я же, если я скован, как я достану с трусов паспорт свой? Кевин, снимайте с него штаны, доставайте туда паспорт. На самом деле, видеоролик было достаточно трудно снимать, ибо менты докапывались до каждого моего действия. Поэтому, если вам понравился этот видеоролик, то обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. У нас уже целых 4000 подписчиков, и это очень классно. Ну и если каким-то образом мы добьем 5000 подписчиков, то, возможно, мне дадут партнерку в Аризоне. А это, возможно, мне дадут и админку, так что все в ваших руках сделать новую рубрику на моем канале. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Десай. Смотри видеоролики, которые сейчас вылю здесь на экран. И всем до завтра.